Думаю, что национальной идеей для нынешней России могла бы стать подготовка к предстоящему в начале 20-х годов началу строительства нового социализма. По многим техническим причинам, о которых я уже очень много говорил и писал в разных местах, приступить непосредственно к этому строительству мы сможем примерно в 2022 году, но до этого необходимо еще очень много подготовительных работ и на уровне серьезных научных изысканий, и на уровне психологической подготовки общества к новому пути развития. Замечу, не к возврату на старый, а именно к новому, поскольку вот этот самый новый социализм будет строиться на принципиально иной технической основе, нежели старый, и поэтому будет развиваться совершенно иначе. Да, пока это известно еще не всем, но именно эта подготовка может стать нашей национальной идеей на годы, оставшиеся до непосредственного строительства. Важно и то, что строить этот новый социализм будем в буквальном смысле всем миром, во всех странах одновременно. Но та страна, которая лучше подготовится к этому переходу, пройдет его значительно легче и комфортнее остальных.